Всем привет, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на своем канале. Прибыл я, даже бы сказать, не в весенний лес, а уже в летний. Стоит у нас очень хорошая, замечательная, жаркая погода. Лес полностью вскрылся, все позеленело, трава уже, друзья, вымахала. Придется уже в следующем выезде ее косить. Приехал я сюда с очень большими планами. На избушке я хочу сделать подшив. На крыше покрасить фронтон, полностью зашить углы на нашей баньке и закончить, друзья, уже предбанник. Материал я весь завез, находится он у нас в стопке. Привез, друзья, очень много инструмента. Но за эти два дня я хочу полностью закрыть все свои дела, которые у нас растянулись очень на большое время. Так что, друзья, следите, подписывайтесь. Кому интересно, ставьте лайки, комментируйте, что думаете по этому поводу. Всем приятного просмотра. Друзья, в избушке все хорошо, все на своих местах. Уезжал, забыл выключить свет, но ничего, у нас полный аккумулятор, зарядка почти 6 ампер, то есть 14,6, друзья, аккумулятор, никаких намеков. Солнце шпарит хорошо. В общем, все у нас сейчас функционирует как надо. Но ближе к осени аккумулятор начинает разряжаться. Солнца мало, заряжается плохо. А пока летом, когда солнце у нас почти в зените, очень хорошие показатели. Вот видите, 6 ампер. Никогда не видел таких показателей, кстати говоря. Ну и в лесу, друзья, все очень даже хорошо. Даже, знаете, не верится, что у нас еще весна по погоде. Прям настоящее лето. Завтра обещают еще жарче. А там уже через неделю прямо реально настоящее лето, друзья. Пчелы работают. Пчелы уже скоро полетят. Будем мы ставить на следующей неделе ловушки, друзья. Кому интересно, смотрите. Ролик я обязательно выложу. Вот инструмент у меня, торцовочный станок. Буду сегодня работать на нем, буду подшивать, буду все четенько подгонять, друзья. Вот. Все прекрасно, но места у нас рабочего нету. Буду я работать здесь. В принципе, этого ничего страшного. Вот, но один единственный минус. Буду я сегодня находиться практически до самого вечера под солнцем. У нас вот как солнце встает, и весь день, прям до захода, солнце здесь всегда. Так что вот так под солнцем буду работать. Ладно, буду приступать, что ли, тихонечко начинать как-то шевелиться. Глядишь, и дело пойдет уже. Погода замечательная вообще. Птички поют. Все буду я, друзья, подшивать доски под конек, вот чтобы не было видно вот эту крышу. Буду делать это же самое на баньке, вот подшивать сюда углы буду закрывать. Вот и
потом буду вот это все шлифовать и покрывать. Купил я вот небольшой угломер. Сейчас им буду замерять угол козырька и буду торцевать на станке. Вот так вот. Все буду идеально подгонять. Так, получилось у меня 105 градусов. Вот, надеюсь, вам видно. Вот так вот сейчас пополам пилю угол и все стыкую. Все. Завожу бензогенератор и начинаю пилить. Все здесь четенько, все струбцины подтянул. Конец не болтается. Буду пилить. Длина у меня 312 сантиметров. Вот так вот. Дело пару секунд, очень быстро. Главное, спил ровный, прямой. Вот так вот. Все, здесь у меня 5 досок, это 6-я. Все, сейчас пойду их прикручивать. Смотрите, да, такой ровненький. Осталось еще одну доску, и там в конце немножечко подогнать нужно будет. Все, закрою эту сторону и приступаю к этой.
Хочу сейчас переодеться и хочу вот этот фронтон отшлифовать, чтобы у меня краски ушло по минимуму. В прошлый раз на той стороне я этого не сделал, и у меня большая часть краски осталась именно на доске, которая не строганная, не шлифованная. Чтобы вот не повторять ошибку, буду заводить бензогенератор болгарочкой и все это буду, ну, хорошо, тщательно шлифовать. Пользуюсь я сегодня торцовочной пилой фирмы Redwerk. Вы уже знаете, у меня много инструментов фирмы Redwerk. Вот. Заимел я себе торцовочную пилу, тоже она мне бывает необходима. Вот это самая мощная торцовочная пила из линейки торцовочных пил фирмы Redwerk. Вот. Ну, вы видели сами, я очень быстро напилил доски под нужным мне углом. При помощи углометра нашел необходимый мне угол. Соответственно, разделил на два, там математика вся. И вот быстро, буквально, ну, пару секунд на каждую доску. Вот, мощность у нее 200. Немного расскажу, может быть, кому-то будет интересно. Есть у этой торцовочной пилы скользящая каретка. Вот, можно распиливать под прямым углом доску. Так, сколько у нас? 340 миллиметров и высотой 105 миллиметров. Вот здесь есть поворот стола на 50 градусов, то есть 50 градусов влево и 50 градусов вправо. Вот так вот. Очень интересно здесь оснащено, то есть на каждых углах есть выемка и она, ну как, стол стопориться, то есть надо там 15 раз все, стол зафиксирован. Вот угол поворота головы 45 градусов, то есть 45 влево, 45 вправо. Вот так вот. Есть упоры выдвижные с обеих сторон, если какие-то большие заготовки, можно их вытащить, чтобы был, чтобы большая доска лежала. Есть дополнительные упоры, чтобы пилить большие заготовки. Завтра я буду, кстати, пилить столешницы, буду тоже распиливать на этом станке. У меня там 300 с лишним миллиметров ширина. С обратной стороны здесь есть ручка, ручка для переноски. Есть еще одна ручка в комплекте. Я ее здесь пока не прикрутил, чтобы можно было транспортировать, переносить. Вот здесь раскручивается и, друзья, вот так поворачивается у нас. Вот, все ровно 90 градусов. Здесь же есть пыльный мешок для отвода пыли. Каретку можно застопорить, вот. Можно также сделать, чтобы она полностью ходила. Все 340 миллиметров. Но если маленькие заготовки, вот, допустим, так выставил, застопорил и пользуешься. Упоры можно тоже зафиксировать. Если заготовка большая, можно их сделать вот так, если будет прямой рез. Вот. Есть же также струбцина небольшая, прижимать заготовки. Все тоже на болтах. Вот. Можно выставить необходимую глубину пропила вот при помощи вот этих болтиков. Можно также застопорить. Вот здесь есть небольшой болтичек, так скажем. Вот это тоже для транспортировки, либо уже когда не работаешь, закрыл. Подвижную часть пилы можно тоже застопорить. Вот специальный флажочек. Все у вас, каретка не катается. И небольшие заготовочки можно пилить уже без прокатки. Вот, шкала видно, 50 градусов на каждом, как бы срабатывает свой фиксатор. Смотрите, давайте вот 15 раз сработало, все, зафиксировалось. Нажимаем, ведем дальше, зафиксировалось. Вот так вот, друзья. И так до 45 градусов.
все, пришли на ноль, закрутили, все, у вас стол больше не двигается. Как-то так, мощность у нее 200, очень большой пусковой ток нужен, так что имейте в виду. Модель не оснащена лазером, это, кстати, очень плохо, я считаю, потому что кладешь доску, приходится вымерять, смотреть, как диск придет на заготовку. Был бы лазер, можно было бы доску двигать и, ну, видно было, куда бы пришла вот эта дисковая пила. Вот, размер пилы здесь 305, диск уже стоит в комплекте, то есть его прикручивать не надо, докупать не надо. Все, в общем, друзья, при покупке, то есть все готово, достаточно найти ровную поверхность, зафиксировать, и все, можно пользоваться. Ладно, сейчас пойду переодеваться, друзья, в рабочую форму и буду шлифовать. Шлифую, крашу и перехожу на баньку. Процесс шлифовки у меня закончен, перешел я уже к покраске. Лазури у меня осталось совсем немножко. Надеюсь, что на фронтон у меня останется. Иначе придется, друзья, оставлять, докупать и снова продолжать красить. Но хочется, друзья, конечно, уже закончить на этом. Можно сказать, удача сегодня на моей стороне. Лазури, сколько оставалось, ее полностью прямо до последней капли хватило покрыть вот эту сторону. Фронтон, козырек. Вот эту часть я буду красить завтра с утра в цвет ореха. Вот так вот, друзья, прямо даже настроение приподнялось. Красиво. Нужно будет еще прикупить лазури, так как у нас осталась еще эта сторона. И в следующий раз, друзья, еще помучаю вас одной серией, нужно будет нанести второй слой. Я думал, что лазури не хватит, и у меня будет наполовину, допустим, покрашена, наполовину, ну, пустая доска. Так что, друзья, вот так вот сегодня прямо мой день. Ну, все нормально, главное, покрыл, теперь пускай подсыхает. Ждет следующий слой. Время у нас уже вечер. Думаю заканчивать. Вот сейчас подровняю углы. Распилю доски. Сделаю угол облицовку. И, наверное, друзья, все, буду на этом заканчивать. Буду готовить. Ну и тихонечко уже в избушку переходить.
комары одолевают вообще. Как я по ним скучал всю зиму, прямо не могу. Заедают. С утра еще более-менее было, как солнце село, скрылось, все напали. Так, ладно, все, сейчас станок прикрою его пленкой. Завтра еще буду работать. И все, друзья, захожу в избушку, топлю печку, потому что в избушке очень прохладно. Вот, нужно натопить, чтобы было комфортно спать. В общем, все, захожу. Взял я с собой хороший кусок мяса. Сейчас нарежу на стейки и пойду пожарю. Маринад буду делать из того, что есть. Специй у нас очень много. Все еще мы их доедаем. Уже 2 года как, друзья. Вот аджика есть. Есть смесь перцев. Есть черный перец молотый, хмели, сунели. В общем, друзья, много-много чего. Ну, даже паприка с дымком. Наверное, перцем, соль, паприки добавлю. Да и все, пускай маринуются. Баню я растопил. Все, горит. Топится. О, нормально. Костер разжег. Сейчас буду кушать, готовить, мясо жарить. В общем, как-то так. Погода хорошая, теплая. Комары, кстати, успокоились. Вот, в избушке уже 24-25 градусов. Как бы не пришлось еще окно открывать на ночь. Все, красота, тишина, птички поют.
Наконец, друзья, я закончил дела. Приготовил себе покушать на костре. Лепешка получилась очень вкусная. Смесь подошла хорошо. Мясо поджарилось. Все. Буду кушать. Сильно налегать не буду, потому что нужно еще сходить в баньку. Немного ополоснуться после пыльных работ. Вот, ну а потом все, буду отдыхать. Время уже позднее. В общем, чувствую я, что сейчас из бани выйду, просто упаду. В общем, отдыхать буду. Так вот, друзья. Вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, это мне еще и на завтрак будет. Мясо пожарилось. Всем доброе утро. Все, сегодня я пораньше встал. Нужно закончить вчерашнее начатое. В общем, друзья, опять у меня ошибки. Надо учиться избушку топить. Все, сезон зимний вышел. Избушки сейчас буквально даже и топки очень много бывают. Поэтому надо опять привыкать. Хотел вроде бы вчера так подтопить, чтобы, ну, хорошо, комфортно было после баньки поспать. По итогу опять было, не знаю, не смотрел, но точно 30 градусов. Спал всю ночь с открытым окном. В общем, дела так не пойдут. Надо это, учиться. Взял я с собой, друзья, очиститель кислородный. На маркетплейсах очень хорошо пишут, больно о нем. Вот, буду чистить посуду. Вот смотрите, вся грязная уже со времен, наверное, как изба у нас появилась. Вот это особенно, смотрите, вся темная. Вот, говорят, очень хорошо помогает именно вот посудой, даже смотрите, для чистки поверхностей, для сантехники, для дезинфекции, для стирки даже. Вот сейчас попробую, очищу. Вот так, посуды 1,5 столовой ложки на 1 литр. Все, сейчас попробую, прочищу. Вот у меня даже заварник, вот если показать, смотрите, какой темный. Да, ни разу его не чистили мы. Не знаю, попробую, посмотрим, какой результат. Ну, вроде говорят, хорошо выводит. Ну, вот так вот еще чуть-чуть. Теперь все это дело заливаем кипятком. Температура должна быть 90 градусов, как написано. Ну, я думаю, кипяток будет тоже неплохо. Пошла реакция, видно. Оставляем это на 10-15 минут. Я вчера еще сделал панелку для окна. Тоже ее распилил по размерам. Вот, в цвет орех уже покрасил. Это у нас как ставни. Вот сейчас
хочу установить их сюда, прикрутить. Ну вот, друзья, что получилось. Помните, да, белая? Какая была грязная. Так, здесь полностью. Да, все чистые они стали. То есть как. Ну, тут, видать, не до конца налил, поэтому кромочка осталась. А так, надо было полностью доверху наливать. А заварник, смотрите, вообще как новый. Блестит. Ладно, сейчас я сполосну их. Результатом я очень удивлен. Даже и не верил, что какой-то порошок может вот так вот до прям до чистейшего вида привести посуду. Помните, да, какой здесь налет был? Вот заварник у нас чернущий был. Смотрите, как новый. Смотрите, вся блестит посуда. Ну, здесь вот я налил очень мало воды, поэтому у меня кромка не отошла. Почитал я в инструкции, здесь еще очень большой у него спектр, где его можно применить. В общем, я думаю, ну, кого-то заинтересует. Я думаю, ничего страшного, если ссылку в описании оставлю. Да, действительно, чудо-очиститель. Смотрите, да, как блестит. Не ожидал результата. Ладно, ссылки оставлю в описании. Здесь можете почитать, где еще можно применить. В общем, друзья, вот так вот. Какой-то порошок. Наверное, так руками даже не сделаешь, если губкой тереть. Так, здесь у нас тоже 105, как на избушке. Очень хорошо. Ну все, здесь я закончил. Теперь буду переходить к углам. Но прежде чем делать углы, вот сделаю, зашью сюда. Я здесь немного ошибся. Угол получился 115, ну 114, если быть точным. В общем, сейчас буду настраивать станок под 33 градуса. Выкручиваем ручку фиксации угла наклона. Тут вот шпиндель есть. Вытаскиваем шпиндель. И поворачиваем на 33 градуса. Здесь шкала есть. Все, я здесь выставил 33 градуса, 34. Сейчас попробую, сделаю контрольный пил. Если угол получился нормальным, все, начинаю пилить доски, друзья. Так, и надо ручку закрутить, чтобы у меня не повернулось тут. Ну все, готово. Смотрите, друзья, какой чистый распил.
Никаких заусенец, никаких задиров. Вот еще шлифануть, и вообще идеально будет. То есть можно делать какие-нибудь шкатулки. Очень аккуратно, все красиво получается. Ну все, дорогие друзья, смотрите, что у меня получилось. А получилось очень красиво. Смотрите, все как подшито аккуратненько. Никакие листы кровельные не видно. Вот, все. Вот так вот, смотрите, да? Красота какая. Все четенько, аккуратно. Работы движутся к завершению. Смотрите, как выглядит эта сторона. Обналичники на углы. Очень красиво. На предбанничек тоже так. Очень красиво все выделяется, друзья. Если еще покрасить баньку, как в цвет избушки, будет очень даже красиво. У нас есть еще водостоки. Установим мы их потом в следующий раз. Как-нибудь. Когда будет время свободное, всю бочку поставим и будем копить дождевую воду. Вот так вот, друзья. Остался один угол с той стороны. И, в принципе, все, внешний вид баньки закончен. Ну, еще красить это уже потом. Краски здесь немерено уйдет. Баню я уже шлифовать не буду, как шлифовал избушку. Ну, его. Больше не хочу заниматься этими работами. Поэтому в следующий раз... Не знаю, ближе к осени немножко подкопим и будем закрашивать. Может быть, даже из краскопульта, друзья. А может и кистями. Ничего шлифовать не буду. Как есть, так и закроем. Ну, тут вот, может быть, внизу немножко сдерем. Это у нас от дождя. Блин, надо уже водостоки делать. Иначе здесь доска также потемнеет. Как обычно, друзья, поставленные цели, которые я наметил на эти выходные, у меня сдвигаются. Не успеваю я на этот раз опять со столом, друзья, все каждый раз я вам обещаю. Но время у меня на этот выезд на стол не хватит. Поэтому оставлю его на следующий раз. В принципе, уже с избой, с баней, с внешним видом закончено. Остался только у меня предбанник. Это стол, скамеечка. Вот нужно будет переделать дверь. Вот. А косячку сюда. И все, друзья. Поэтому опять на следующий раз. Как обычно, переоценил я свои возможности. Хотя можно сделать, друзья. Но уеду я отсюда очень поздно. Поэтому не хотелось бы это. Да и, в принципе, хорошая была работа сделана. И без стола, поэтому оставлю его на следующий выезд, в принципе. Да и делать стол, я думаю, очень, ну, затянется ролик, и так смотрит с перемоткой, поэтому оставлю на следующий раз. Дорогие друзья, я закончил. Вот, осталось за малым это прибраться полностью, который мусор я напилил, убрать, инструмент убрать, и можно уже тихонечко, друзья, собираться. Вот так вот со столом уже все у меня
сил нету, оставлю на потом. Конечно, это здорово было бы сделать все. Ну ладно, пускай. Как пойдет все. Не буду торопить события. Все, прибираюсь. Все собираю. И буду тихонько уже выдвигаться. Все, в избушке вроде бы прибрался, окно закрыл, 25-24 градуса, друзья, эта ночь была очень жаркая, больше я так топить печь не буду, в общем, одной кладки хватит, даже больше и не стоит подкидывать, все нормально, все, я поехал. Небольшое заключение перед выездом, избушка у нас стала намного красивее. На сенях появилась очень красивая косячка, фронтон у нас покрашен, лоб подшит, банька тоже приобрела свой вид, стала более симпатичней. Вот так вот, друзья, выезд хороший, продуктивный, поэтому дел у нас еще есть, будем еще делать остальные дела, это уже в следующих роликах. Кому интересно, подписывайтесь, следите, заходите еще. Не забывайте про соцсети. Ну и всем пока. До новых встреч. Увидимся в следующем ролике.